Всем привет! С вами Маша и Денис. И сегодня вы, наверное, уже заметили то, что экранчик разделен на две части. Значит, сегодня у нас что, Денис? Телепатия. Неужели? Я думала, ты будешь долго там, типа, прогружаться. Но нет, Денис отгадал, как вы понимаете, какой челлендж нас сегодня ждет и вас сегодня ждет. Это действительно телепатия слайм челлендж. Я уже готова, не хочу долго болтать, ты тоже готов? Я тоже готов. Значит, мы переходим к первому раунду, погнали. Первый раунд, и как вы видите, у нас уже выбрана на самом деле посудина, в которой мы будем выбирать. Я же решила вас пожалеть и не делать еще один очередной раунд, где мы выбираем тару, в котором делаем слайм. Но нам нужно выбрать лопатки, с помощью которых мы будем замешивать наш слайм. У нас есть коричневая лопатка, вот такая вот миниатюрная красная лопаточка. А также есть розовенькая, ну прозрачно-розовенькая лопаточка, вот такая вот красивая. И сейчас кто-то кому-то придет в гости для того, чтобы скинуться. Я пришел в гости к Маше. Раз, два, три. Че, ты выиграла? Я выиграла, значит, я выбираю, а Денис отгадывает, я выбрала. Все, переходим к следующему раунду. У нас второй раунд, и да, ребят, я забыла вас спросить. Отгадал ли Денис угаданную лопаточку? Как вы? Ну, вы уже не думаете, вы уже знаете. В общем, пишите прямо сейчас в комментариях, отгадал ли Денис ту самую лопатку. Кстати, напоминаю, в этом челлендже есть победитель. Это тот, кто больше всего соберет баллов. А балл ты получаешь только тогда. А что победитель получает? Победитель получает звание лучшего слаймера в этом видео. И телепата, конечно же, в том числе. Поэтому... Сезон телепатии. Открыт. Новый сезон телепатии. Аплодисменты в честь этого. И, как вы видите, у нас уже есть клей. Вот. Какой у нас есть клей, Денис? У нас есть клей Дели. Потом есть клей... Ого. Какой-то там фансай. Фэнси креатив. Потом это... Эрик Раус. Самый прикол фэнси креатива в том, что этот клей не работает. Что, реально, что ли? Вот такие дела. Точно, тогда выбирать не буду. Все, я отгадываю. В смысле, выбираю. Ты выбираешь? Я выбираю вот это. Я думаю, что Денис выберет вот это, скорее всего. Почему мой клей издает звуки, а твой нет? Это уже плохой знак, знаете ли. Немножечко битбокса. Походу я отгадала, у него такой же там битбоксинг. Все, я налил, все, переходим к следующему раунду. И у нас третий раунд, и на третьем раунде у нас опять клей. Очень много клея, у нас есть клей Момент, клей Тодди, и еще есть клей вот такой вот. От фирмы Центрум, целых три штучки. Давно я, кстати, не пользовался. Я на этот раз выбираю, и я выбираю вот это. Ага. Ты выбрал? Да. Все, готов? Да. Раз, два, три. Ты, походу, отгадал. Я знаю. Капец, я просто очень сильно хочу выиграть в этой битве. Я буду расстраиваться очень сильно каждый раз, когда Денис будет выбирать правильный ингредиент. У нас четвертый раунд, господа и дамы, дамы и господа. И здесь у нас, как ни странно, снова клей. Но на этот раз у нас прозрачный клей. Каждый клей, который здесь представлен, между прочим, в двух экземплярах. Прозрачный. Есть клей. Давай, говори, какой. Блин, не знаю. Какой-то зеленый, красный и Эрик Краус. У нас есть клей бренд Клерглю. Да, так называется. Клей от Ашана. Я его специально распаковала, чтобы непонятно было по упаковке, типа, выбрал ты Ашан или нет. И также есть клей Эрик Краус, как уже и сказал Денис. Ты выбираешь, да? Да, я выбираю. И ты выбираешь... Ты выбрал? Я показал, да. Реально? Да. Уже? Я думаю, то, что Денис выберет либо это, либо вот это. Вот это стопудово не будет выбирать. Но теперь самый сложный выбор. Ты мне посылаешь вообще телепатические способности? Твой, ну, нет. Смысле, там? А почему? Ну что, давай выбирай уже. Да я уже знаю. Наливать хочу. Ну блин, жди. В общем, я думаю, то, что Денис выберет это. И теперь ты готов? Давай. Наливаем. Судя по звукам, которые доносятся из соседней комнаты за стенкой, мне кажется, я сделала правильный выбор. Я очень сосредоточена и постараюсь максимально не спалиться.
и не рассказать, что же я выбрала и так далее и тому подобное. В общем, все, я все налила. И мы переходим к следующему, пятому раунду. Здесь мыльные пузыри, как вы понимаете, три вида. Есть вот такие вот прекрасные мыльные пузыри с Эльзой. Да, это же Эльза, ну типа холодное сердце. Есть миньоны, мои любимые, обожаемые. И есть тачки. Как этого чувака зовут? Блин, все понятно, ты уже выбрал. Тачка. Да блин, Денис, ты что делаешь? Мне просто в глаз попало и вообще типа не прикольно. Так нужно. Зачем? Так, в общем, ты выбираешь, я выбираю за тебя. А ты то, что взял, ты уже выбрал. Реально, что ли? Реально, ну, ладно. Все. Ладно, все, пофигу. И ты уже не отгадал, наверное. Почему? Ну, потому что я же выбираю. А вдруг ты не отгадал? Ну, ладно. Я могу выбрать все, что я захочу. И я выберу. Хочу выбрать вот это. Вот это хочу. Все, я уже добавил. Я тоже немножко налила, я не стала добавлять все. Иначе будет пипец. И будет желейный слайм. А мы же их не любим. Ты любишь желейный слайм? Люблю, обожаю. Реально? Ты все будешь выливать? Я все уже вылил. Серьезно? Всю банку? Да. Кошмар какой. Ужас. Переходим к следующему раунду. И у нас пятый раунд. Шестой. Неважно. Не и я выбираю. И Денис выбирает. На этом раунде у нас есть пена, есть крем и есть жидкое мыло. А что это был за звук такой? Пену потряс. Жесть, я испугался. Думал, где-то трубу прорвало. Знаешь, как будто вода хлещет. Ты выбрал? Так, сейчас покажу. Ты сейчас специально все потрясешь, так. Чтобы я запуталась. Ты уже показал, что ли? Показал, вот. Реально? Я думаю, то, что Денис выберет это, но я почему-то на 100% уверена в том, что я типа ошиблась. Вот. Все, можно добавлять? Да. Я ошиблась! Ты меня... Ой, с моей пеной что-то явно не так, смотрите. Не, я хотел его просто выбрать и все... Думаю. Кошмар, ребят, смотрите, что у меня происходит. Так, тестим. Ты что, крем выбрал? Розовый? Ужас какой. Ты специально меня запутал. Да нет, это не специально, просто захотелось и все. Да, конечно. Вот он меня специально запутывает? Нет, это, конечно, хорошо. У меня на кошку похожа пена, смотрите. Это у нее ушки и большой один глаз. Я готова переходить к следующему раунду. Я тоже. Значит, переходим. У нас снова всякие разные прикольные штучки. У нас знаете, что есть? Давайте вам Денис расскажет, потому что я постоянно все рассказываю. Что? Детское жидкое мыло. Ага. Чирада. Кто? Потом... Кто? Чирада написано. Что за... Череда, Денис. А, можно не вставлять. Так. Конечно. Маска, пленка. И детский шампунь, я. Гадкий я, в смысле. Ты гадкий вообще. Я выбираю, кстати. Да, я знаю, выбрал. Вот я выбрал все за ты тебя. Ты уже все выбрал за меня, реально? Да. Я выбираю. Волос. Я показал пальцем. Реально? Так быстро? Да. Окей. Все, можно добавлять, да? Да. У-ху! Блин, вот ты вообще подставу сделала. Почему? Ты не то выбрал? Да. Фу, ты добавляешь то самое, о чем я думаю. Наверное. Фу, не. У меня последний раз слайм получился очень плохой, когда я добавила вот это. Поэтому не сегодня. Да. Да. Почему раньше не сказала мне? А что я тебе должна была сказать? Подсказку бы хоть кинула. Типа я не буду добавлять маску пленку, потому что у меня получился плохой слайм в прошлый раз. Да. Все, я добавил все. Это так не работает. И мы переходим к следующему раунду. Маша посмотрела пока тут. Вы переходили на следующий раунд. Я ничего не смотрела. Я выбрал все, короче. Что ты выбрал? Почему ты так быстро выбираешь, даже ничего не рассказываешь? А, ну у нас есть детское мыло. Король Лев с клубничкой. Потом фа, ночные инопланетяне. И присыпка. Ночи и панемы. Ну, ночные инопланетяне. Все, я выбрал, я показал пальцем. Ночные инопланетяне. Мне кажется, то, что Денис выберет это. Либо это, либо это. Я думаю, то, что это. И сейчас мы узнаем, угадала я или нет. Если да, то сейчас будет фейерверк. Если все, нет, открываем. То сейчас будет... Подожди, я не сказала, что будет, если я не отгадала. Если нет, то сейчас будет бить колокола. Вот. Теперь открываем. По голове тебе. Все, открывать можно, да? Да. Я уже насыпал.
Ты специально меня запутываешь. Я насыпал присыпку, а на самом деле там мыло добавляет клубничное. Ну-ка. А, ну я тоже готов, я уже насыпал все. Переходим. И сейчас у нас самый ароматный, сладкий, безумно вкусно пахнущий челлендж. Челлендж? Мне тоже пришло это в голову. Раунд челленджа. У нас здесь выбор отдушки, между прочим. Есть сочная дынька, есть арбузик и есть французское печенье. Ты что? А, я выбираю. Я хотела сказать, что ты выберешь, прикиньте. Уже. А как увидят люди? Короче, здесь смотрите. У меня арбуз, да. Французская булка, печенька и вот. Дынька. Вот, я выбрал вот этот. Так я так-то выбираю, ну, а ты отгадываешь. Значит, Маша выбрала вот этот. Вот, у меня здесь находится сочная дыня, здесь находится арбуз, здесь французское печенье. Но мне кажется, если кнопнуть сейчас изображение, то, в принципе, ребята, вам сейчас все видно, какие у меня здесь одушки стоят. Я не знаю, почему Денис решил, что сейчас у вас будут какие-то проблемы. В любом случае, я думаю, вам видно, где какая одушка у меня находится. И я выбираю, я не знаю, какую. Ты уже выбрал за меня, да? Да, конечно, выбрал уже. Я выбираю вот эту, вот. Давай, добавляй. Пахнет французскими печеньками. А ты думаешь, я ее выбрала? Пахнет, потому что ей. Так это у тебя пахнет. Чем пахнет? Коробкой. Не понимаю, потому что у меня нос заложен. Ну, у меня пахнет моей одушкой. А ты не думаешь, что у нас одинаковая отдушка и пахнет ей? Блин, да ты не мог отгадать. Я пошла против системы. А, да, реально? Да. Ты что, дыню выбрала, что ли? Как ты догадался? Блин, я обещала не спалиться, я спалилась. В общем, все, миссия переходим к следующему потрачена. Раунду. Теперь переходим, да. И у нас 21-й раунд, и в нашем раунде есть... Золото, поталь, потом колечки и декоративные блески. У нас есть и золото, и поталь, да? Можно я золото выбираю и ухожу с этого челленджа? Хитро это. Я думаю, то, что он выберет вот это. Да это вообще предсказуемо. Почему? Я люблю такие штуки. Ну знаешь, тут много разных штук, которые ты любишь. А если ты любишь такие штуки, то я, наверное, не отгадала вообще. Все? Да. Можно открывать? Да. В общем, ты меня запутал, как обычно. Так, ого! Ни разу не добавлял. Это мой первый раз будет. Похлопаем все вместе. Две штуки добавлю. Походу, я реально отгадала. Не, ну я уже чувствую прям по... Ну, чувствовать по слуху уже тоже можно, да? Но я вот чувствую по шелесту то, что все четко, и этот раунд явно за мной. Блин, такая дичь. Дичь. Я готова. Я тоже добавил и хотел сказать, переходим к следующему раунду. У нас сейчас выбор краски, выбор цвета для нашего будущего слайма. И на этот раз у нас есть вот такая вот акриловая краска голубого цвета. Акриловая. Серия матовых цветов. Что ты мне перебил? Серия постельных цветов. Реально. Ярко-зеленая и... Пигмент косметический розовый, вот. Вот. Я выбираю в этом раунде. Нет. А кто? Я выбираю. Ты поталь выбирал. Вот, блин, засада. Реально, что ли? Да, реально, я выбираю. Прикинь. А мне понравился, здесь цвет красивый есть. Да и чё? Ну давай, выбирай. Я выбираю вот этот. Я готова. Эх, блин, какой. Ты еще можно открывать? Подожди еще, давай, ладно. Ну блин, они все одинаково, в принципе, открываются, поэтому я не знаю. Все ты показал, да? Да, вот, все. Что я выбрала? Класс. Ерунду выбрала, короче. Все, я добавил чуть-чуть. И я добавила. Тум-тум-тум. А ты палочкой воспользовался? Зачем мне палочка нужна? Ты пальцами выковыривал? Так, высыпал. Понятно. Мы переходим к следующему раунду. У нас сейчас самый блестящий раунд. Как вы понимаете, я просто не могла не сделать раунд с блесками. И здесь у нас три вида блесток. Есть белые блески, есть золотые, такие продолговатые блески. Не знаю, вам там видно, не видно. И есть вот такие вот красные, они тоже продолговатые. Но самый прикол в том, что сейчас выбирает Денис. Все, я выбрал. Мне кажется, то, что он выберет вот такие, скорее всего.
Ну, не знаю, отгадала я или нет, в любом случае добавляем, все равно будет красиво. Я уже добавляю ты. Да, я полную банку высыпал, все, добавил. Серьезно? Жалко, что ли? Нет, ну просто это же дичь будет какая-то, если все высыпать. Вообще, да нет, шучу, нифига красота какая. Я приправила все это немножко блесками. Видно будет, может. Мы переходим к следующему раунду. И у нас финальный раунд, аплодисменты в честь этого. И это... И сейчас определится победитель. А может уже определился, кстати. Может быть, непонятно. Вы только знаете наш счет. И здесь у нас выбор глины. Есть, есть такая глина. Вот розовая. Вот такая. И есть коричневая. Шоколадная. Да, она прямо называется шоколад. Это называется клубника со сливками, между прочим. Но ни та, ни другая не пахнет ни шоколадом, ни клубникой со сливками. Так что даже не надейтесь на это. Воняет просто глиной. И есть Dice Soft Play. В общем, вы все прекрасно знаете. И ты выбираешь, да? Я выбираю вот это. Все, открываем? Да. А зачем открывать? Я буду в конце добавлять. Блин, классная тема. Все. Wait a minute. You win. Дениска, по всей видимости, не отгадал. А это значит, что вот эти штуки можно выкинуть и, в принципе, можно вскрываться. Раз, два, три. А это что? Это было бонусом. Так, краску я отгадал. Ты не отгадал лопатку. А как ты так отгадал? Ты что, лопатку такую лоховскую выбрала? А мне это хотелось. Я ни разу какой я глину выбрал? Вот. Сейчас мы посмотрим. Пушка. Активируем слаймы. Такие бочонки неудобные. А мне нравятся. Мне нравятся плоские. Ну, да, кстати, не крутые. Прикол в том, что у меня почему-то там кусочек собрался вот такой вот. По-любому я выиграл. Не знаю. Слушай, нет. Какой-то клей интересный, смотри. Угу. А ты везде выиграл или их крал? Нет. А в каком выбрала? Там где зеленый был? Красный Эрих Краус, да? Да. Я выбрала, который красный Эрих Краус. Я угадала? Я тоже выбрал. Ну, я же угадывала. Вот сволочь. Мне кажется, у тебя слайм большой. Надо. Он же говняный, да? В смысле говняный? Пластилин. Он вообще классный, ты чё? Ну, такая текстура необычная получается. Смотрите-ка, чё, у меня слайм нормальный становится. Я все собрала. И даже его не переактивировала. Ну, слушай, ну неплохо. У меня уже почти готовый слайм. А ты выбрал... А, ну да, ты выбрал золотую штуку. Паталь. В общем, такое чувство, что я выиграл. Давайте надуем пузырь. Дурацкое ведро это. Но я не стала все прям идеально очищать. Вау, смотри. Блин, классный. Так я еще не добавила в него эту штуку розовую. Которая все испортит, да? А вдруг она реально все испортит. Поэтому смотрите пока что на нормальный слайм. Возможно, сейчас все будет хуже. Смотри, какое большое. Тоже я буду все добавлять. Смотрите, какой огромный пакет глины. Я, походу, тоже. Ничего. Добавляем все. Гулять то гулять. Ну, вау, класс. Она такая свежая. Мне нравится, что эта глина всегда свежая. Мне тоже свежая. Итак, смотрим на мой слайм, пока там Денис очищается. Он очень плотный, но в то же время он тянется. Ладно, в пойдет, тонкую пленочку. Смотри, смотри. Смотрим. Смотрим, 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 смотрим. У тебя тоже тянется? В тоненькую. Не, он дризлит. Пленочку. Ну реально, так-то есть немного. Теперь делаем розочку. Смотрите, какой он воздушный. Слушаем, слушаем. Офигенно, да? Ну-ка надуем. Ну-ка надуем шар сейчас. Зачем? Типа ты из баттера будешь шар надувать, да? Да, я надул. Я видела. Логично, да? Не правда ли? Вот и пообщались. В общем, я решила не отставать от Дениса, как вы понимаете. Сделаем розочку. И надуть шар. Но мне кажется, не, у меня стопудово не получится. Прям стопудово. В общем, оценивайте наши слаймики по 10-бальной шкале. Моему сразу 10-ку ставьте, а Машиному 0. Вердикт следующий. Краска вонючая, она ужасно воняет, я уже не могу играть с этим слаймом.
Я не чувствую аромат сочной дыни. У меня сочная дыня. Реально, походу, краска такая лажовая. А краска воняет. А, отвратительно. Не берите такую краску голубую, которую мы выбрали. У тебя слайм намного лучше, чем мой. Мне больше нравится, если честно. Он более приятный. Ну, подожди, сейчас надо. Он более резиновый. Как у меня не получилось? Мастер. Мастер, фломастер. Или колбастер. Фломастер. У тебя по-любому мажется. Смотри, смотри. Слоумо. Слоумо. Ты что натворила? О, Маша, походу, вообще, короче, крыша поехала. В последнее время у нее крыша поедет. Ну а вам, конечно же, решать, кто победил в этом челлендже в плане слаймов, у кого он получился более классный. Скорее пишите в комментариях и типа ставьте лайки, я уже показываю. Давай мой слайм. Замурала его. У меня теперь меньше стал. Так-так, тут твой тоже уже присутствует. Тин-тин-тин-тин-тин. Но на этом это видео подошло к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось. Не забывайте нас поддерживать лайками, подпиской и так далее. Мы вас очень сильно всех любим. Увидимся совсем скоро. До скорой встречи. Всем пока.